Так. Всем привет, друзья! С вами Витёк и Антон. Мы продолжаем джестриконить. Антон, здорово. Привет. Ну что, поехали тогда. Погнали. Перевыполним эту антенну. И тогда потом будем пересекать границу на новую территорию. Ура-ура. Оп-оп-оп. Так, Антох, сразу из подствольника во всех, наверное, не шмаляй. Хотя здесь, наверное, можно. Че, давайте снайперим здесь. Что скажешь? У нас на пазе есть. О, ну так лучше поехали. Так, два справа твоих, два слева моих. Согласен? Или наоборот? Давай, ну, два справа моих. Ну что, раз, два, три. А, зараза-то. Он убегает. Хреново тебе, снайпер. Блин, один раз косякнул, все, я теперь фуфил. Ну ладно. Сзади тачка. Оу, ты видал? Говно, блин, на Феррари ездит. Так, ты выполнил, быстро, да? Быстро, быстро, давай, давай, на мотик. На мотик, погнали. А ты сам хочешь, ну ладно, окей. Ну я взял мотик на всякий, подстрахуемся хотя бы, у кого быстрее получится. Я через поля сейчас поеду. Так будет быстрее. А то в тот раз не успели. По дороге все-таки. Давай, да. Показано, подстраховочка все-таки будет нам. А то мало ли я где наверну здесь еще и все, и потом. Трындец мне будет. Ох, нихера себе тут. Ну неплохо, кстати, я уже почти подобрался. А я не помню, там были враги, ты не помнишь? Нет. Врагов не там было, просто да? Просто нужно чекнуть. Все, Антох, я это... Нажимаю, короче. Нажимаю. Ура! Картелю придется туго. Теперь повстанцев станет больше. Так, поддержка доступна, диверсия. Ништяк. О, могу спрыгнуть отсюда. Нихера себе. Так, погнали к границе тогда. Чем выше боевой дух, тем лучше. Че скажешь? Граница, да. Вот где у тебя точка А стоит. Своих? Двоих. Да, поехали. Ну, на... А что тут осталось-то? Полтора километра. Мне кажется, мы быстрее сейчас так доедем, чем что-то искать будем. Так, хорош. Я тем более прям поехал по прямой. Вот сейчас на дорогу выезжать собираюсь. И тебя вижу. О-о-о-о, фиолетовенький. Ну-ка, иди в жопу. Все, чуть-чуть осталось прям. 800 метров. Вообще, мне кажется, можно было здесь вплавь пересечь. Или не будем? Ну, я думаю, не стоит. Ну, давай, ладно, заедем так. Здесь какая-то деревушка, тем более, жесткая. Как нас там вынесут еще, не дай бог. Так. Ой, жизнь сдавил. Ну, я уже, считай, на мосту. Они там на вышках, Антох. Надо их будет сейчас снимать. У них вся территория захвачена, да. Давай сразу по вышке отработаем. Давай. Сейчас. А нет, я могу сделать просто так. Есть. Там пулемет у него. Че, поработаем-то по деревне по этой? Ой-ой-ой. Надо тогда взять коптер. Берем коптер. О, нихрена сегодня здесь. Антох, ты уже что ли погнал? Их лейтенант убегает. Антоха! У них лейтенант убегает. Нам его допросить, по идее, надо, да? Так, ладненько. Блин, с какой стороны поступить? Давай все-таки сверху, справа. Справа обойдем. А, он вертолет сел. Ну все, жопа. Он говнюк-то, а. Так, не пробиваю. Ой-ой-ой-ой-ой. Там меня кто-то палит. Вертушка! Интересно. А, ни хрена себе, Антох, осторожно. Она прям вообще палит. Я же не собью, да? Ого, здесь этот вертолет еще. Так я же говорил, вертолет. О, красавчик. Вообще красавчик. Он в воду прилетел. Интересно, там жив кто-нибудь, нет? Походу нет. У меня две гранаты осталось всего. Так, ты наверху работаешь? Так, осколочная есть. Ну ладно. Еще вертолет. Еще фиолетовый, Антох. Ну как-то надо все-таки постелся. Что ж нам делать-то? Давай в здание где-нибудь здесь. Нужно в здание точно. Давай в деревню пробираться и... Ой, пулемет работает. Пробегай. Тут оцепление. Еще и машина едет.
Убили, блин. Подлюка. Ай, подлюка, как же открыто-то все это. Ой, Антох, там машина. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо, родной. Осколочная. Гранату кинул, уходим. Так, из вертолета вот. Из вертолета очень хорошо они шмаляют. Ха-ха-ха, взорвал джип. Там чувак один остался. Так, проходим. Еще машина у них. Еще машина приехала. Гранату закинул. Сейчас они взорвутся нахрен. Есть. Господи, не видно ни хрена, если мне эти маркеры, я не знаю, как с ними воевать-то было. Нук-нук, приляг. Они броне все, они вообще непробиваемые. Охренеть. Давай-ка вовнутрь заходить как-нибудь, а? Ой, там вертолет. Успокоимся здесь, да. Мне патроны нужны вообще. Здесь есть, заходи. Заходи сюда, в амбарчик. Все, подзарядились. Я пока на входе прикрою. Есть контакт, троих раскидал. В защите, которые. Все. Две звезды за нами, надо нам куда-то это... У меня ноль звезд. Деться. Машина на подходе. Так, как бы мне отсюда слинять-то? Пусти ее надо. Ну, они за мною. А, охренели, что ли? Ха-ха-ха, есть. Вот зараза-то, а. Ну, а ну, иди сюда. А ну, выглядывай. Давай, выглядывай, я тебя засажу. Че, у тебя ноль звезд так и осталось? Да. Зашибись. Не, у меня тут полный вообще кипиш. Ха-ха, есть. Ни хрена их ты там разносишь. Есть. Ох, еще одна машина прилетела. Охренеть совсем. Звезды. Так, лады, отработаю отсюда. Ха-ха, готов. Граната прилетела, убегаю. Так, есть контакт. О, Антоха, отходи, там машина с пулеметом. У них вертолеты снова. Давай нахрен в амбар. В амбар, в амбар. Все, я в амбаре. Без патронов никак. Патрончики внутри здесь, где? Да, внутри, вовнутрь заходи. Охренеть, что делать-то? Там вверх. Мне базук нужно. Охренеть они. Пипец, вот это у нас засада здесь, друзья. Это вообще просто полный трэш. На нас два верта сейчас. Ой, охотятся. Ой, убили меня. Рисай, рисай, рисай. Так, вот там рядом-то нету? Нет, все, отлично. Ох, как он вколол-то тебя безжалостно. Антох, нам отсюда как-то нужно свалить. Так, есть, главное в голову, и все нормально. Так, вертолеты это очень плохо. Так, есть джип. Джип у них горит, и вертолет здесь летает. Очень опасно с вертолетом. Нихера себе там тело вырело. Так, что делать-то, Антох, надо валить как-то. Джип, кстати, походу целый. Антох, добежим до джипа. Давай, быстро. Быстро, 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 быстро. Я сажаю в джип. Какой пассажир, что он делает? Второй вертолет. Пересядь! Тут еще джип приехал, Антоха! Все взорвалось. Все нахрен взорвалось вместе со мной. Там, короче, десант высадился. Ты живой, нет? Нет, нет, все, мне хана. Ай, джип, короче, взорвали, меня волной откинуло. Я погиб. 45 секунд. Ты пока чуваков может вали? Вон только тебя прикрыли. Пипец, вот это сейчас побоище было. Это вообще... Так мы еще долго не засиживались, да? Так, как бы нам туда зайти сейчас по-нормальному? По стелсу, что ли? Какое-нибудь задание. Ну да, по стелсу. По стелсу. Ох, молодцы. По стелсу не работает. Да сейчас мы аккуратненько. Нужно просто помедленнее, наверное. Ты сразу-то взрывы свои не используй. Блин, я бы тоже чую, был бы у меня подствольник. Я попробовал.
Так, мы, кстати, здесь восстановились, прям где надо. Меня грузит. Так что я сейчас коптером пока. Мы в Акора. Давай, заряжаю. Так, проверяем. Так, есть, одного пометил. Че же, он один всю базу охраняет? А, нет, он... Так, на башне один. У них мортира есть, охренеть. Ну, Антох, ничего сложного, их тут трое. Это не его дело вообще. Поэтому давай осторожно прям. Надо снести главное это, вышку. Может быть, вышку занять. Вышка не главное, не-не-не, не спеши. Сейчас. Тут они прям по территории аккуратненько ходят. Нужно, наверное, с главного входа обойти, не нарваться на машины. Дай попробуй такую штуку. Так, ты там опять эксперименты ставишь? Отойди оттуда. Зачем? Отойди сейчас. Что ты делаешь? Мортиру не надо, Антох. Мортиру делаешь? Ты же по стелсу хотели. Давай по стелсу. Не, давай по стелсу потом. Сейчас, погоди, я кое-что попробую, да? Не, хорош вообще. Так, я с пестолем сейчас. Тут чувак у меня на мушке. Так, осторожненько. Сейчас одного снимаю. Есть. Внутри его. Ага, да. Хорош, я его на пистолете на мушке держал, но чё-то не убил. Так, что же нам делать? Очень важно. Что нам делать сверху? Вижу. Есть, Антох, снят. Все, можем радоваться. В принципе, это наша теперь территория. Патрончики забираем. Так, отлично. Вышка, не знаю нам, насколько нужна. Нужна. А с вышки что будем, по соседней территории палить? Смотри, есть разведданные слева, где большое количество их будет. Есть аванпост. Предлагаю для начала аванпост вот прямо взять. Что скажешь? Ну, давай тогда со снопы поработаем. А, ну да. Сейчас мы какой-нибудь... До задания далеко добираться. Поэтому можно отсюда... Но я никого не вижу. Поэтому вышка херня. Отсюда не получается. Ну, пойдем их захватывать в любом случае. Тот склад. Будем сейчас подбираться поближе. Так, тут у нас же ничего нету. Ну, к сожалению, нет. Ну, лады. Давай пробовать. За разведданными пока не пойдем. Ты видел, что... Наверх идем. Наверх идем, да. Налево там... Ууу, там полная каша. Там полная жесть. Так, тихонечко. Есть охрана? Нет. Ох, ни хрена себе, а как ворота-то пробивать? Видал? Ты видал, что с ними тут делать-то? По-другому, значит, вокруг. С вертолета? Нет, вокруг где-нибудь. Блин, хорошо. Пойдем вдоль забора. Вдоль забора, спокойненько. Я с левой стороны иду, и что-то пока я ничего справа интересного не вижу. Хотя, вот, походу, я нашел. Вижу цель номер два. А, нет, нет. Это не вход. Ой. Так, что за ой? Мне не нравится, когда ты говоришь ой. Здесь у нас турель. Ого, какие-то турели. Да, здесь просто это, как бы, в общем, кемперов много. Так, я понял. Я всех снял. Блин, макушка виднеется и... Ха-ха-ха, ни хрена себе. Такую щель снял. Блин, нельзя здесь зайти. Вот здесь заход у меня. Ого, еще ангар. У меня заход, но понял. Здесь очень жестко просто. Ну, двигаюсь к тебе. Так, здесь в амбаре есть цели. Эй, здесь боец картеля. Там у блокпоста. Нужно аккуратно его сейчас обработать. Цель ликвидирована. Так, сейчас я в амбар захожу тоже с пестолем. Он вышел, что ли? Вот хакер. Все, снял его. Так, а там-то кто сидит? Тут цель номер два. Вот зараза, а? Ладно. Здесь световые табло. Так, иду к тебе, Антох. Давай. Все, возле тебя. Этого я сниму. Так, убирай. С этим разобрались. Так, ну что, потихонечку выглядываем, да? Ну, я не знаю, коптер пролетел, никого особо не заметил. Предлагаю по зданиям тогда поработать. Придется на пистолет переключиться.
Гранатомет. А так, музяка играет. Чё-то никаких бонусов нету. Так, а где патрончики-то? Наверное, наверху. Жалко. Так, чё, электричество сначала отключим. Вижу генератор. Тихонечко перехожу. Все в режим стелса. Блин, здесь бочка с горючим. Как бы меня тут не это, не кокнули. Не иду, иду, иду. Так, аккуратно. Аккуратно, блин, елки-палки, страшно мне. Так, открыть. Ну. Сейчас выключим генератор. Все, генератор выключен. Так, а что за лампочку они рисуют? Не знаю. А, наверху прожекторы типа. Ну, вот я светло пофигу. Нужно. Да, сейчас пофигу. Опа, там гуляют цели. Там людей-то. Гуляют цели. Еще одну цель. Блин, не знаю, опасно его так убивать. Убивай, здесь больше никого, в принципе, нету. Убивай, так, убивай, обживай. Блин, не вижу за мусором, ща. Там чувак запалил. Оу, тачка еще. А, наша тачка. Все, Антон, жара. Жара понеслась. Лейтенанта надо поймать. Главное не убить его, он в тачку садится. На тачке скотина уезжает. Вот зараза-то. Нет, Антон, иду за ним. Иду, иду, иду за ним. Сейчас поймаю. Все, схватил. А, Антоха! Увел его. Прикроешь? Допрос проведу. Хочу задать тебе пару вопросов. Все, допрос веду за зданием прям. Так, а я с рейда за припасами, за операцией повстанцев. Давай операции. Я все расскажу. Получены данные на ваш хорош. Пора вселить в него и прочих головы. А, он задание дал, раскололся. Отлично. Так, че, хочешь сказать, взяли мы эту точку, да? Да. Остался вышка. А вышка с сигналкой это что? Надо ее валить, нет? Че-то мало тут собирать. Нет, тут ни хрена то. Да. Даже как-то обидно. Ну что, самое главное, мы на карте взяли эту точку, да? Вторую территорию, да. Да, территория начала открываться. Осталось много здесь самое человек. Жесткое, это вот слева. Ну да, да. Ну вот есть задание. Можно взять. Будем изучать. Ну, левую продолжим в следующей серии. Друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео. Всем пока.